Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. Гендиректора фонда капремонта временно отстранили от работы. Это было сделано после того, как в фонде началась проверка. Как рассказал губернатор Александр Соколов, проверяющие сразу же обнаружили серьезные нарушения со стороны руководителя организации. Именно из-за этого на время проверки Виктора Тарасова отстранили от работы. Цитирую. «Любые подозрения в коррупционном поведении будут тщательно проверяться и пресекаться. Нарушители закона понесут ответственность вне зависимости от занимаемых должностей», написал Соколов в своем телеграм-канале. Напомню, проверки во всех компаниях, где велика доля присутствия Кировской области, начались после того, как были выявлены нарушения в деятельности Вятов Тодора. Экономика. К 2025 году в Кирове хотят вводить 400 тысяч квадратных метров жилья в год. Такой показатель заложен в прогнозе социально-экономического развития Кирова на ближайшие три года. В 2021, по данным Кировстата, было введено 323 тысячи квадратных метров жилья. Четверть от этого объема составило индивидуальное строительство. В 2022 году, по предварительным оценкам, будет введено 326 тысяч квадратов. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Осознанность – важный подход к жизни и бизнесу. Это трезвый взгляд на вещи, понимание своих действий и ответственность. Но если вы не владеете цифрами о ситуации в своем деле, то нечего оценивать, а принимать продуманные решения сложно. В отчетах для госорганов нужных сведений не найти, их собирают в рамках самостоятельного управленческого учета. О требованиях к отчетам для принятия решений и правилах работы с ними рассказывает руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. Они должны быть понятными, у них должна быть четкая структура, и они должны быть информативными. Там у нас должны быть и показатели, выделение важных вещей. Анализируем их, делаем выводы, строим планы, следим за их выполнением. При необходимости мы их корректируем. Осознанность в бизнесе – это три конкретных отчета, регулярных и доступных. С «Бухгалтерией Я» путь к новому взгляду на свое дело проще и профессиональнее. Звоните 213-112. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».